Темиртауские тхэквондисты выступили на чемпионате Казахстана и вернулись с золотыми медалями. В Семее со 2 по 4 ноября Темиртау представляли более 50 спортсменов. С нашего города Темиртау участвовало 53 спортсмена. Это с Дюшор города Темиртау и Темиртауская федерация тхэквондо, где ребята отлично выступили, заняли 13 золотых, 12 серебряных медалей и 9 бронзовых медалей. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить наших спонсоров. Это ТМК Иван Ленов и профсоюз АМТ Щетинин Виктор Петрович. У нас еще были спонсоры, которые тоже помогали уже непосредственно напрямую спортсменам. Тоже всех хотел поблагодарить, кто принимал активное участие. Темиртаусцы также участвовали в международном турнире «Семей Open 2022», который состоялся 3 ноября. Кроме нашей страны, в соревнованиях приняли участие около 900 спортсменов из Монголии, России и Кыргызстана, где темиртаусцы завоевали 9 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей. Я думаю, мне помогла поддержка моих тренеров и поддержка моих родителей. Я не могла их подвести, поэтому выложилась на все 100%. Стараюсь каждый раз выигрывать золото, потому что в меня очень много вкладывают, и я не хочу никого подводить. Выступал на чемпионате Казахстана в Семее, занял 1-е и 2-е место. Соревнования мне понравились, достаточно крупные были, почти полгода не выступали, и сразу такие крупные соревнования. Что я могу сказать насчет своей техники? Немного недоработал, мог бы занять и 1-е место. Просто немного не повезло. Соперники были все сильные. Выступал в двух весовых категориях. Сейчас тхэквондисты готовятся к предстоящему чемпионату мира. Как утверждают спортсмены, нельзя упускать шанс выиграть и эти соревнования. Ольга Цуканова и Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.